В Лиде правоохранители ищут очевидцев ДТП, произошедшего 29 декабря около 9 часов вечера на улице Коммунистической. По предварительной информации ГАИ, водитель, управляя городским автобусом, при заезде на остановку магазин «Чайка», проявил невнимательность и совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину. К слову, последний не был обозначен светоотражающими элементами. От полученных травм 52-летний местный житель скончался в больнице. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем данного происшествия, просьба сообщить об этом по номеру телефона 65 50 12, либо по короткому номеру телефона 102.